тинейджеры, пересекая границу, истончающий буквы кусок островного льда. Смёрзшийся пласт местоимений, расплетающийся в марте, на сгустке, скользящие прочь от памяти. Это таяние. Четыре нас было. Артём, Каспар Хаузер, захлебнувшийся черный крысёныш и кто-то еще. В формулах настоящего времени сведены к одному лицу, пропустившему воздух через сплетение неочищенных тканей. Король разрывов сходит с коня. Под дождем длящимся 8 месяцев, и разворачивающийся холод обнимает его, и соцветия плесени полыхают в замкнутых комнатах сна. Камни разбросало взрывной волной, не подойти к руинам, и шаги рассыпаются над осклизлыми мостовыми. Что ты скажешь себе среди гнили и пыли с фаером в робкой руке? Что шелестящие вверх поднимаются обугленные широты, в свернутых аллеях дождь прибивает огонь к земле, и невозможно струиться между просветами, пеной, рудой наше пидорское солнце. Тогда как в пыли задохнулся любительский бога, отвратителен в безответном стремлении перепрыгнуть в регистр объектности в рамках места вещей, принадлежащих отказу, ответил расстройством всех свойств в идиотическом море. Это тот океан, что над нами, в ощущениях, данных глупым партнером. Отек, заключенный в подмышечной впадине, сухожилие откровенно рассечено, словно идея руки. Опыт подробной работы особенным образом не выговорим. Над зеленой водой балаклавы распускается медь мертвых животных, и темное сердце цветет. Возревают подводные лодки, и без боли падают редкие листья, так что доспехи легкой бригады гудят. Гниет виноград узловатый в долгом свечении прорезающих рек, и тает под пальцами грунт, оставляя земле свет. И в распавшихся связках ветра плачут друзья, и дети друзей поют о том, как над волнами сада распространяется день. Ненадежная инстанция узнавания. След, что оставили на негативе пейзажа, не переломить на улице 1 мая. Необходимы усилия, чтобы множество гладких частиц собрать воедино. Возвращаясь назад, но разъята машина страха. Ты алгоритм обгоревший, соткан из умолчаний служебных частей. Умом усеченным тинейджер занозы не вытащит, если ему разрешали на это смотреть.